Почтальоны, только солнышко взойдет, писем наших миллионы отправляются в поход. И газеты, и журналы в толстой сумке на ремне почтальон несет усталый, чтоб я счастлив был вполне. Если надо срочно, то родная почта, и в жару, и стужу на посту опять. Не волнуйтесь, мамы, письма, телеграммы будут ваши дети точно получать. Бандеролью и посылкой, если я сюда приду, встретят здесь меня улыбкой, стороной не обойду. Вот смотрю на эти лица, добрых слов в душе не счесть. Что там в жизни не случится, хорошо, что почта есть. Если надо срочно, то родная почта, и в жару, и стужу на посту опять. Не волнуйтесь, мамы, письма, телеграммы будут ваши дети точно получать. Если надо срочно, то родная почта, и в жару, и стужу на посту опять. Не волнуйтесь, мамы, письма, телеграммы будут ваши дети точно получать.